Ранее несколько предпринимателей, которые разработали проекты для развития бизнеса в ТСР, заявили, что на выделенных им площадках нет необходимой инфраструктуры. В частности, отсутствует возможность подключения к газу, водоснабжению и электричеству. Слова бизнесменов приводит портал 56 ОРБ. Свои проблемы предприниматели озвучили и региональные корпорации развития. Предприниматели говорят: дайте нам площадку, вот где мы можем взять, прийти, построиться, ну и не думать о том, куда нам подключаться, где нам искать подключение, где там сети, что там с водой, с газом. Направление для себя определили. Первое — создание вот таких институтов развития, как индустриальные парки, технопарки, особые экономические зоны. И второе — это формирование вот этих вот инвестиционных площадок. Федеральные меры поддержки сейчас направлены на технопарки и особые экономические зоны. Ни одно из этих направлений в нашем регионе не развито. Например, на создание одной из зон в Татарстане потратили более 20 миллиардов. Такие средства область выделить вряд ли сможет. Поэтому в корпорации развития нацелены на развитие частных технопарков, которые обойдутся бюджету в 7 раз дешевле. Сейчас в регионе есть несколько территорий, которые являются точками притяжения инвесторов. Ясно-Новотроицк — такие главные точки притяжения для промышленников. Почему? Потому что они видят всю выгоду. В зоне ТСР действуют определенные налоговые льготы по налогу там и на прибыль, и на землю, на имущество, на землю, и отчисления по новым рабочим местам. Как сообщил Игнат Петухов, Оренбуржье занимает 44-ю позицию в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Это повышает привлекательность региона для потенциальных инвесторов. В планах у корпорации развития создание в районах области и за их пределами кластеров предприятий. Анастасия Клёсова, Артём Букреев, городской телеканал ЮТВ.